написал, что он может помочь. Вот когда мы занятия ведем по скайпу, так. Кто-то может присоединиться в скайпе, а кто-то, у кого скайпа нет или там, я не знаю, может в прямом эфире эту видеозапись смотреть в реальном времени. Ну так. Он делал это на костре у нас там, когда был. Да, это называется прямая трансляция. Так он и называл. Вот. И он попросил меня поговорить с вами, чтобы вы благословили вести прямые трансляции вот этих вот наших занятий, которые мы с вами ведем. А зачем она там просит? Он делал бы и все. При чем тут я? Мы же все равно выставляем. Чтобы успешно было. Да благословит его Господь. Благослови Виталия, Господи. И поездку его в Испанию. И чтобы рассчитался с долгами, с алиментами. Я не знаю. Зачем это он? Смотрите, он сегодня здесь, завтра в Испании. Там неизвестно что. Вам нужно со своего компьютера вести трансляцию. Он готов научить. По телефону подскажет, что и как. А почему с меня, не с тебя? Меня не надо трогать, я запутаю, я вообще не касаюсь. Меня отбили от этого. Когда-то я занимался, специально изучал. Отбили, потому сказали, что не трожьте, без вас сделаем. У вас интернет лучше, чем у меня, в разы. Почему? У меня телефон идет. У меня не это, не как в городе там, какое там, я не знаю, как называют у них там. Кабельное. Кабельное. У меня этого нету. И поэтому с телефоном у меня клинит. Я не загружаю, сейчас весь день загружаю. Ролик всю ночь загружаю. Сколько за месяц платите за интернет? А я не плачу. Сколько скорость? Не знаете? Я не плачу. Ну, у меня благодетель. Ну, я думаю, благодетель сколько платит? Я примерно так думаю, как раньше было. Ну, не больше 500 было. Ну вот, а у меня 250. И скорость, поэтому. Ну, понятно. Но в Барнаульске-то кто-то есть еще? Или кому-то не в Барнауле. Почему вы не хотите это? Не себя? Хочу, потому что я испорчу все. Я выступаю, говорю тут, отвечаю на вопросы, и на меня никак нельзя это. Тем более у меня есть вещи, которые я боюсь просто. Что-то у меня сломается. Мне никак нельзя. Идут записи, идут в скайпе, а это все-таки влияет на аппаратуру. Я не понимаю в этом деле, но я всегда опасаюсь. Я опасаюсь не зря. Это мне программисты говорят. Вот пришел программист, потом наш верующий, и мне нужно было разбивку делать там по симфонии-то. Он снимает крышку и туда лезет. Я говорю, не надо трогать, не надо, ничего не надо. Да ничего это, он программист. Раз, шик, все, на неделю меня нету, сгорело. Притом так. Это было уже не один раз. Сейчас Калинникову позвоним. Давай. То есть я не против, да благословит Господь, но делать не буду. Ко мне не приближайтесь даже. Вот у нас первый снег уже здесь выпал. Понимаешь, вот у меня там что-то с модемом не ладно было, полтора дня. Представь, люди отовсюду, отовсюду, с Америки, с Австралии, отовсюду сразу. Швеция, Германия. Почему нет у вас? Где? Что случилось? Модем не тянет. Там тарелка. И тут мне сразу срочно купили, прислали. Прямо в этот день. Мир тебе, брат. Здравствуйте. Мы сейчас разговаривали по поводу твоего предложения прямой трансляции занятий наших скайпе с Игнатием Тихоновичем. Он говорит, я не против, но делать это не буду, потому что я боюсь. А портит аппаратуру и меня вышибет оттуда. Вот он рядом со мной на громкой связи. Это же может делать любой из нас. Да. Пусть поищет. Ну, я буду делать это в ВКонтакте. Я научился тоже, что в ВКонтакте что-то составить. Сутормина Валерия там. Подсоедини. Потом это. Ну ты тоже можешь на своем канале это делать. Но видишь, фишка-то в чем? Вы знаете, ведь Тихонович, это много людей на канале сразу много увидел. У вас много подписчиков, вот в чем фишка. Много людей бы увидели. Да, много. Подписчиков 26 тысяч. Вот. А это прямая трансляция с Ютуба. Мы бы их добавляли в эту группу, кстати, вот, пожалуйста.
У меня 25 миллионов просмотров. Вот видите, почему именно, Игнатий, что вы, у вас больше людей подписчиков. Все равно, ребята, подумайте, поищите, пусть будет меньше, но меня не трожьте. Я прокинутый буду сразу. Представь, у меня что-то где-то не заладилось, а у меня каждый день скайп-беседы, приходят люди. Вот сегодня я выставил за ночь 13, вчера 10. Не меньше 10 роликов каждый день выставляется. Подумайте сами, меня вышибло, все. А это, Виталь, прямая трансляция наших занятий. А ты про Ютуб имел в виду или про ВКонтакте? Ютуб, да? А про ВКонтакте я разговаривать не буду. Еще в Фейсбук назовите. Я заходить не хочу. Смотри, Сергей, ну а почему ты попробуй, вот, можно показать, что это безболезненно абсолютно. Вот. Но тут как я покажу, что это безболезненно, если человек говорит, что это болезненно и ни в коем случае не соглашается? Меня одного исключите, пожалуйста, Виталий. Попутно, Виталий. А тебя жена-то твоя выпустит, Настя, или нет? Чтобы она дала тебе благословение, скажи, я тогда, может, рассчитаюсь. А так никогда не рассчитаюсь. Не стой, как Жилин и Костылин. Если, говорит, убьете, вообще копейки с меня не получите. Улезьте ее хорошими словами-то. Попроси прощения, тебе это по правде будет. А то потом поедешь, чтобы открыли тебе дверь за границу. Испания перед тобой дверь открыла, чья-то молитва достигла Бога. Ну чья-то, понятно, чья. Ты помни, Виталий, каждый день молимся о тебе. И о Никите, и о Романе, кто был. Я за вас тоже, Игнатий. Спаси, Христос. Ну все, с Богом тогда. Тогда я буду... Ко мне больше с этим вопросом не подходить, я уже дрожать начинаю от этого. Ладно. Ну тогда, я не знаю, тогда знаешь что, ну тогда просто я могу тебе... Ну ты хотя бы сам на своем канале иногда включай трансляцию, можно, ну, попробовать у тебя. Давай, попробуем. В среду давай полшестого словимся. Завтра, завтра. Завтра, и ты меня научишь. Виталий, смотри, что сейчас разговариваем. Я сегодня выставить постараюсь. Уже ты увидишь себя. Мы рады за тебя. И за Настю. И за сына твоего Костю. Ушел? Спаси, Христос. Все, с Богом. Богом. Благослови тебя, Господь. Только пораньше, пораньше маленько, чтобы мы смогли, ну, а то не к самим занятиям, или в какое-то другое время выбери его, ты по свободе будешь, я тебе. Может, сегодня вечером. Ну, давай сегодня, может быть. У меня сегодня день свободный. Во сколько тебе набрать? В обед, может? Ну, в любое время. Я сейчас вот только приставом схожу, а потом я... Ну, или давай я тебя наберу, как буду свободен. Ну, давай набери. Все, с Богом. Все, давай. Набери. С Богом. Ну, спаси, Христос. Меня не трогайте никогда на это. Даже так, без меня даже. На меня что-то ни под каким видом скажи. Никаких. Ну вы помолитесь сначала, подумайте, ничего. Я молюсь каждый день, это, и думаю. Это безопасно, вы еще помолитесь. Еще молюсь, и я ответ заранее знаю. Я не пойду на это. Невозможно знать заранее. Никак. Может, Господь меняет решение. Ниневию хотел погубить. Я понял, понял. Меня не трогать это. Все остальное я согласен. Понимаешь, за этим что стоит-то? Ну, польза стоит. Многие люди увидят эти занятия. Вы меня вышибите оттуда. Мне уже сколько раз программисты говорили, они слушали, а получилось так, как я говорил. Вот и все. Ну, посоветоваться, мы же не советовались. Ну, в общем, так. Если это действительно безболезненно. Ну, давайте я попробую, если меня будет вышибать, то тогда и... Я дома один сижу, меня никак нельзя. Володя... А если меня вышибет, то... Вот, тебя что вышибут, ты не бери. Не бери, а только кого-то. Пусть ищите. Вот мы двое неприкасаемые. Паре индийские. Ну я хочу рискнуть. Мне кажется, это безболезненно. Но если Виталий ведет. Пускай я не опровергаю. Но я не пойду на это. Я просто спрячусь и все. Ну все. Ну ладно, Богом. Брат. С Богом. С Богом, ага. Спасибо, Христос. Все у нас как будто, да?
Голубя, смотри, еще сумерки, это уже вылазит. Это, давай этому Черепанову позвоним. А, он у него выключил на телефон. Спросить-то хоть он там, что там. Как ночевал, нет. Топится, не топится. Только что, когда топишь, все там уже погасло. В это время закрывай трубу. И найди железяку, подпирай. Не палочкой деревянной, это сгоришь там, Василий Николаевич. Да он отключил его. Отключил? Телефон. Я говорю, зачем тебе взять телефон? А если ты его выключаешь? Он говорит, мне нужен только вот, когда вот он коммерческие сделки делает с недвижимостью, тогда вот он только звонит. А потом... Ой-ой-ой, вот это риэлтор новый. У него даже света нету, понимаете? Вот. Это... Ну, может быть и так. Говорит, а где его будут заряжать? Ну, правильно. Ну, я говорю, а если, говорит, отключать на неделю хватит? Я говорю, ну, хватит. А если он отключенный, его включил, он ну, в общем, не понятно. Отключенный же телефон, он почти не сейчас разряжается. Сейчас, Володя, голубей, да, покажешь. Ну, разряжается, ну, конечно, дольше, намного. Медленнее, намного, да. Спаси Христос, съездили мы, город посмотрели. Конечно, не все, но только этот парк. Это важное место мы проехали. Связующая артерия, мост. Красота-то какая. Я, наверное, буду сегодня звонить в этот земельный комитет, просить землю вот по, в этом, где у меня... Для собак. Да, да. Помоги, Господи. Помолись. У нас тоже там под этот музей-то... Они что сделали-то? Батюшку никого не вызвали из деревни, у нас 370 гектар уже выделено, все закреплено-то. Они обрезали, оставили всего, допустим, 17 гектар. И железную дорогу провели прямо посреди нашей улицы. И поэтому огороды наши уже на той стороне железной дороги. Ну, то есть играют. А хотите, чтобы правильно было, говорит, можно 150 тысяч дайте и все сделаем. То есть у них должность такая, не как, которые инспектора на дорогах легко могут грабить нас. Но им как-то надо тоже охота. Где Абрам работает, там и Сару пристроить надо. А там еще и Измаил подрастает. Все понятно? У нас виноград закрытый. Тебе калина не надо? Вот калина, смотри какой. Я полкупца оставил. А тут-то как я общипал, посмотри. По лесенке лазил целый день. Облепиху-то что, отдали? Они Надежде Васильевне отдали, сахару дали. Да она уже принесла. А? Она уже сварила и принесла утром. Все, теперь надо разлить, Василию дать, тебе дать, и ну, остальное тут на стол. А что она сварила? Компост? Варенье. Так, мы пошли. Варенье? Конечно. Пошли. Адью. У нас же в Потеряевке всегда варили. Ауф Вайдерзен.